И таки здрасте всем. Что-то давно видео у нас не было. Хотя особо неинтересный, может быть, получается видос. Ну, как говорится, что есть. Давайте сегодня сделаем макиту. 18 вольт аккумулятор. Да, уже поюзанная она, повидала жизнь. Проблема, не хочет что-то. Вот, лампочка загорелась, а работать не хочет. То, что батарея болтается, и основа батареи, это как бы ни о чем. Да, батарея отдельно, это отдельно. Давайте ее попробуем разобрать. Что с этого получится? Ну, что тут произошло вообще? За окном жара. Чем-то будем заниматься. И таки первая проблема. Я не вижу щетки. Вы ее видите? Здесь-то она есть, но не вытаскивается. Как-то очень туго. О, что-то получилось. Ну, решил достать щетки. Тут ну, сначала откручиваем. Вернее, сначала достаем щетки, потом откручиваем. Ну, тогда полегче оно снимется. Тут у нас магнит. Ну, что-то оно так жизнью побито. А, тут все побито лаком. Лак весь побитый чем-то. Вроде бы сейчас проверить межвитковые, насколько разница будет. Вот тут все поюзано конкретно. Ладно, попробую, сейчас найду у себя в закормах. Где-то были у меня. Где-то были щетки. Ладно, сейчас найду, посмотрим. Подойдут или не подойдут. В общем, что у нас получается? Прозвонил. Ротор у нас, он как бы целый, обрыва нету, межвитковое не проверишь, потому что оно и так на коротком замыкании, ну, обмотка. Главное, обрыва нету, потому что если там присмотреться, ну, очень побитое. Тут прозванивается провод, не перебит, потому что он место такое, как бы вам получше показать, видите, придавлено. Провод должен заходить вот сюда вовнутрь, вот, вот тут между должен находиться, вот там. А его, ну, видите, уже ремонтировалось. Это у нас 19-8. Это арабские буквы. Это не иврит. Его ремонтировали. Ну так как-то похабно. Болта нету здесь одного, который держит, ну, соединяет переднюю часть с корпусом, с ручкой. То есть тут разные болты идут от такого формата, один от такой, тут идут разные, он обычный, ну то обычный, то не страшно. Следующее, что про
нашел одну щетку похожую, которая здесь была, но это тоже не его, потому что она сильно упиралась. Ну, в общем, нашел щетку, чуть-чуть ее подправил. Совсем немножко, и она теперь будет входить. С той стороны входит, но тут проблема. Тут сейчас над фильком надо будет каким-то плоским взять и все это дело подправить. Вот, вот взял. Вот таким широким он туда свободно заходит. То есть подправим здесь. Тут чистить ничего не будем. Тут вроде бы поверхность гладкая. Рвать щетку не должно. Ну а там посмотрим. Разобрать нету проблем. Да, ну вот это, наверное, тут подшипник меняли, потому что вот такое вот разбитое, это только может быть от самого подшипника. Вот так побитым. Ладно, сейчас сделаю. Потому что, еще щетки сюда четко подходят с этого, с пылесоса. Или... Да, это с пылесоса, наверное. А есть еще со стиральной машинки, но они автомат, они чуть-чуть шире будут. Надо, короче, таких щеток еще заказать себе размеры. Надо снять и будет заказать в Китае. Тут оно чуть-чуть вот что-то плавилось, непонятно что. Ладно, зачищаем и проверяем, где там кнопочка. Прочистим место, все легко заходит. Там наплывы всякие, мусора было. Продувается легко, когда есть в доме компрессор. Там себе накачал, взял, продул и все без чисто плавно рон. Ладно, сейчас соберем. О, тут у нас еще магнит не держится. Сейчас надо приклеить. В общем, только что так запарился с этим. Получается, у нас магниты были смещены. Вот они так стоят. Они были, ну, в другом месте, их провернуло. Если они просто болтались там. И еще момент. Когда устанавливать, то сразу надо выставиться, и чтобы приклеить. Потому что, ну, вот это клей, секунда. Он схвачивается так, что не оторвешь уже ничем. И отвертку подпирал, и лил этот ацетон. Ничего оно не помогало. Только надо было сдирать горячим. Горячим перегревать нельзя, потому что магнит уйдет. Ну, если греть огнем. А пришлось только водой. Ну, помогло. Ольга вовремя пришла. Подсказала. Сейчас теперь попробуем все это дело собрать. Установить. И закинем щетки, попробуем, живой он или нет. Батарею накинул.
полностью не собирал. Вот этот звук. Бой есть. Ладно, сейчас соберу, потому что где-то перекос может быть. И он, ну, сейчас посмотреть надо, все ли там ровно лежит. Нету перекоса, то можно будет собрать и попробовать уже собранное. Потому что где-то что-то, как вот звук такой. Где-то в районе кнопки. Ну, а так работает вроде бы. Ладно, посмотрим сейчас. Катя у нас за оператор. Тут понял я, да, что оно мычит вот это. Получается, мычит, когда магнитное поле создается. Магниты это приклеили мы на клей. Ну и если между клеем там еще остался старый, может быть, вот эта подушка вибрацию создает. Ну а так искрений нету. Вот если посмотреть с этой стороны, вот отсюда, на щетки, то искр никаких не вижу. Сейчас я прожму его хорошо. То есть работает вообще замечательно, плавно, ровно, искрений нету, это уже хорошо. Ну, посмотрим, как он будет работать. Отдадим его, пускай работает. Уже он, да, так много не будет выхаживать, как новый. Ну, поработает еще. Можно сказать, как новый на иврите. Кмохадаш. Хорошо, собираем. Вот это самая главная проблема еще бывает, когда собирают. Вот это провода оставили, передавили все питание. Ну, считая щетки, одна щетка не работает. Почему-то расплавилась. Неизвестно. Щеткой накинул. А, надо еще посмотреть этот. Чтобы не было. Вернее, чтобы был хороший контакт. Тут-то вот я их заправил. Вот эти язычки сюда. Надо еще там почистить. Так вроде бы щетка, ну, нагрелась, да. Чтобы ей было лучше работать, то сейчас все это дело разберем. Эту щетку достанем и почистим места контактов, и тогда она греться так не будет. Так что разбираем заново. Ох ты, что-то ветер с окна так задул. В общем, как-то так заработало. Если переключить на бой, тоже так нехило бьет. В общем, аппарат работает. Главное, чтобы вот эти отверстия были, когда работаешь, их не закрывать. Чтобы они были не забиты, были чистенькие. Тогда будет вентиляция нормально, будет остужаться. Все. Аппарат готов к работе. Вот такая поюзанная Makita. И еще поработает. Да, щетки надо купить. На этом все. Всем большое спасибо, что смотрели. Всем большущий привет. И самое главное, не болейте.
А когда компрессор есть, это хорошо. Мини-компрессор, надо еще там спрашивали по поводу, как подключить это реле. Надо будет снять отдельно. Все, всем спасибо, всем до свидания. Самое главное, не болейте. До следующих видео. Где там кнопушка? По скрипту. Макита. А давайте просверлим отверстие, так сказать, проверим аппарат в работе. Сейчас найдем, где сверлить. Давайте попробуем за телевизором. Оно не будет видно. Работает как часы. Так что все замечательно. Прекрасная маркиза. Все хорошо. В общем, как-то так. Работает аппарат.